почему ты думаешь, что это от бабушки? Потому что... Она любит тебя так сильно? Да. Правильно! А мама любит? Да. Но ты угадал с первого раза. Это от бабушки. Она сейчас далеко? Да, в Израиле. А что она там делает? Работает. Вот, чтобы покупать Артуру подарки? Для тебя есть еще тортик. И скажи нам, что там написано? От бабушки. Для сладкого внука, да? Да. Ура! Скажи, Артур, тебе понравился сюрприз бабушки? Да, за что я ее очень сильно-сильно люблю. И хочу, чтобы она быстрее приехала. Сегодня она пятерку. Бабушка, мы получили сегодня пятерку. Молодец. Так, чтобы всегда было. Счастья тебе, здоровья. Люблю тебя очень сильно. Я тебя тоже. Слушать родителей и учителей. Учиться на одни пятерки. Да. Обещаю. Обещаю. Он ждет вас. Да? Да. Побольше здоровья. Стараться учиться, слушаться старших учителей. Да. Уважайте других. Бабушку любим, ждем. Терпение ей. И много-много лет, да? Желаем и бабушке тоже. Чтобы она радовалась вашими успехами, да? Да. Счастья, здоровья, долгой жизни. И чтобы он хорошо учился. И закончил на красный диплом. Я желаю Артуру счастья, здоровья, чтобы хорошо учился. И чтобы он слушался своих родителей, радовал их. Желаю Артуру счастья, здоровья, чтобы он слушался всех, получал одни пятерки. Я желаю Артуру счастья, здоровья, чтобы он хорошо учился, слушал родителей и учителя. Я желаю, чтобы он слушал маму, бабушку, всех и учителей. Я желаю Артуру, чтобы он был очень счастлив, чтобы он нашел себе хорошую работу, закончил институт с красным дипломом. Я желаю Артуру здоровья, счастья, чтобы он слушался маму, бабушку и учителей в школе, получал хорошие оценки. Я желаю Артуру счастья, здоровья, чтобы он всегда был на позитиве и чтобы слушался всех своих родных. Я желаю, чтобы Артур был всегда здоров и чтобы у него он получал всегда одни пятерки и получил красный диплом. И была, чтобы хорошая работа. Я желаю Артуру, чтобы он был всегда здоров, слушался родителей и бабушку. И закончил школу на красном дипломе. Я желаю, чтобы у Артура было много-много счастья и хороших оценок. Я желаю ему счастья, здоровья, удачи по оценкам, чтобы слушался всей семьей и было крепко, большое здоровье. Я желаю Артуру счастья, здоровья и чтобы учился на одни оценки, слушался родителей и учителей. Я желаю Артуру, чтобы он закончил школу с красным дипломом и получил хорошую работу. Хороший мальчик. Терпение, чтобы закончить школу, здоровья, успехов. У тебя всегда все получится, если ты захочешь. Надо только хотеть. Бабушка, я тебя очень сильно люблю и жду к себе в гости. Это день рождения, повод для веселья. Старше на год. Много разных приятных сюрпризов в этот день не бывает.